6 августа к вам обратилась ваша знакомая старая, да? Попросила внести вас, сделать ей прививку без фактической вакцинации. Все правильно? Да. Она скинула вам паспортные данные, СНИЛС, страховой полис. Вы оформили, значит, за нее карточку, отнесли в процедурный кабинет, где попросили в процедурном кабинете работника оформить ей прививку. Да. Правильно? Прививка была оформлена без фактической вакцинации. Все верно? Ну да. Ваша функция какова? Сделать инъекцию. Эффективные инъекции у вас проходили? Нет. Точно? Точно. Ну смотрите. Можете спросить, выйди в коридор. Я взятки не беру. Что не все, благодарны вам, да? Ну как понять эффективно? Они же идут через терапевта. Приходят ко мне с допуском. Они сами принимают решение, делать прививку или нет, правильно? Они же взрослые люди.